Всем здравствуйте! Известно, что Садальский и Максакова дружат уже давно. При этом актер не раз признавался в чувствах коллеги. По словам артиста, инициатором их предстоящей свадьбы выступала сама Максакова, якобы именно она это предложила. Дочка актрисы была шокирована известием, но узнать всех подробностей не могла, так как со звездной мамой давно уже потеряла связь. При этом с момента предложения руки и сердца, о котором рассказывал Садальский, прошло уже больше года. Никакого торжества так и не произошло. Станислав Садальский, который намеревается жениться на Людмиле Максаковой, новой публикацией в сети в очередной раз подогрел слухи об их романе, но не все верят в то, что бракосочетание действительно состоится. Однако теперь Садальский выложил фото, на котором прильнул к груди Людмилы Максаковой. С помощью фоторедактора он наложил эффект, демонстрирующий, будто артисты сидят в золотом сердечке. «Мы в аэропорту провожаем на открытие «Амурской осени». Спектакль Римаса Туминаса. Евгений Онегин все обязаны посмотреть. Людмила там бриллиант», – подписал Садальский совместный снимок с Максаковой. Пока актер продолжает подогревать слухи о возможной свадьбе, высказался его коллега Сергей Селин. По его словам, никакого бракосочетания ждать не стоит. Ведь Садальский, утверждал артист, неисправимый лгун. «Лучше сказать по-другому, неисправимый фантазер. Это даже точнее, хотя мне он очень нравится таким, пусть таким и остается», – отмечал ранее Селин. Ранее рассказывали, как Барри Алибасов с сыном зарабатывали на трагических историях. К слову, наследник продюсера признавался, что уличил Станислава Садальского в заработке на лжи. А у нас на этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, всем пока.